Отлично. Вы просто прелесть. Самые тяжелые пандемийные времена позади, и возвращаться туда никто не хочет, признаются сотрудники автогиганта. Поэтому при первой возможности согласились на вакцинацию. Ведь на все требуется не больше 20 минут, а значит, производство не останавливается. Чтобы не болеть, чтобы без масок ходить, чтобы дети здоровы были, чтобы коллег не заражать. Чтобы начать вакцинацию прямо на предприятии, медпункты на КАМАЗе отремонтировали и оборудовали специальными холодильниками. Вакцину «Спутник Ви» можно хранить только при минус 18. Прививают заводчан фельдшеры из городских поликлиник. На сегодня вакцину сделали около 100 человек, сотрудники завода двигателей и научно-технического центра. Запись проходила достаточно оперативно, быстро. Организовано коллектив МТЦ, блока развития очень заинтересован, мотивирован на проведение прививки, потому что все осознают. Генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин привился от ковид одним из первых еще до начала массовой вакцинации на предприятии. Его примеру последуют и 3500 его подчиненных. Столько заводчан уже записалось на прививку. Для безопасности, да, чтобы зараза не распространялась. К примеру, автогиганта в ближайшее время последуют и другие предприятия республики. Коллектив Казанского вертолетного завода уже прививается в городской поликлинике. На очереди Оргсинтез, Нижнекамск Нефтехим, Казань Горгаз, Метроэлектротранс и другие. На днях вакцину сделают и кондукторам казанских АТП. Пока на рабочем месте своих сотрудников прививают лишь на КАМАЗе. На других предприятиях направляют в поликлиники. Но как только мобильные бригады от госпиталей заработают, врачи с вакцины до предприятий будут добираться сами. Юлия Гоголева, ТНВ, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.